Так, сейчас же кеша за белкой. Ать! Ать! Кош! Коша! Кошечка! Магазин плюшевых игрушек. А представляешь его? Я все какую, когда его расчешешь, помоешь. Такой. Вообще. Не, ну у него же, наверное, не скучно, да? Я шерсть. Не, ну это такая, она более ровная, чем сейчас, потому что мы так вот все время. Стоят. Морды хулиганы. Кеш, веточку ты зачем взял? Всякий. Этот отстает, видно. Ему тяжелее просто, он больше тяжелее бежать. Знаешь, это... Да. Это что ты там? Отогнал. Сейчас эта девушка все время от нас убегает. Девочка, девочка. Ну, понимаешь, ты потом музыку наложу. Кеша кушает снег, потому что дайте пакет. Жарко.